Привет, холостяки! Сегодня я буду готовить жаркое с курицы с овощами. Данный рецепт предоставлен сайтом мультиваркарецепты.ру, а также можно его найти в приложении для Android MultiChef. Рецепт буду проверять, несколько необычно построю сегодняшний ролик. Я не буду в начале ролика говорить об ингредиентах для приготовления жаркого, а буду их знакомить с ингредиентами уже по ходу готовки. И вначале необходимо взять 500 грамм куриного филе и нарезать его кусочками для обжарки. Так, у меня здесь три грудинки, три кусочка филе. Конечно же, все это буду готовить знакомая уже вам мультиварки Panasonic модель SR-TMH18. Нарезаем кусочками, ну, такими, как вам удобно их заглатывать, с учетом того, что при жарке они ужимаются. Ну, необходимо, чтобы еще кусочки, так сказать, успели прожариться. Ну, это блюдо жаркое готовится довольно-таки долго. Ну, относительно долго, там. Час-полтора. Так, теперь мы эти кусочки обваляем в муке и обжарим в режиме выпечка. Минут 40. Так, чашу смазываем небольшим количеством масла. Не забываем периодически помешивать филе. И тем временем начистим одну небольшую луковицу и порежем ее на кусочки. Кроме того, необходимо натереть на терке небольшую морковку. Нам также понадобится 100 грамм грибов. Лучше, конечно, шампиньоны, но если их нет, можно использовать лесные. Необходимо нарезать кубиками одно кислое яблоко. Измельчаю сюда 2-3 зубчика чеснока небольшого. И все необходимо смешать со 100 граммами сахарной кукурузы консервированной. Филе периодически помешиваем. Еще раз акцентирую внимание, что я перед обжаркой филе не солил. Ну, почти готово, еще минут 10, и можно засыпать сюда овощи с грибами. Тем временем приготовим соус. Для этого возьмем мультистаканчик воды, добавим туда ложечку столовую соевого соуса. И перемешаем все. Добавлю туда соли. Немного. Вот так. 3/4 чайной ложки. Все это перемешаю. Выливаю в посуду и довожу до кипения. Так, тем временем прошло 40 минут. Еще раз смешаем филе. И выкладываем туда вот эту смесь овощей и грибов. И также все перемешиваем. В
Добавляем наш соус. Ну, а также сыр, который можно натереть, а можно просто покрошить, нарезать пластинами. Он все равно здесь растает за время готовки. Так, теперь еще посолить. По вкусу добавить специи. Я добавлю универсальную ароматику. И все это еще раз перемешиваю. Так, закрываем. И выбираем режим тушения на 1 час. И тем временем начистим одну. Я вам скажу так, блюдо получилось очень вкусное, блюдо шикарное. Советую, рецепт рабочий. На этом прощаюсь и всем удачи!